Друзья мои, здравствуйте! Сегодня я вам хочу представить 5 великолепных товаров, которые вы можете для себя приобрести и пользоваться ими на даче, огороде или участке. Я ими сами пользуюсь и всегда получаю от этого большое удовольствие. Первое – это секатор прививочный. Садоводы достаточно часто сталкиваются с необходимостью привить то или иное растение у себя на участке, потому что когда мы покупаем растение на рынке, мы ориентируемся только на картинку, которую рассказал садовод. Но если у соседа, например, есть яблоня или груша, которая вам нравится, вы всегда можете взять оттуда веточку и привить на свою. Секатор прививочный в этом вам поможет. Это садовые ножницы с фигурными разного типа лезвиями, предназначенными для выполнения разрезов на подвое и привое. Благодаря необычной конструкции они получаются не только ровными и аккуратными, но и идеально совпадающими друг с другом, словно пазлы. Камбии привоя и древесина подвоя максимально плотно прилегают при их совмещении. При этом не нужна никакая дополнительная подгонка, которая лишний раз только травмирует растение. Рекомендую вам взять все это в чехле, потому что ничего не потеряется и все всегда будет при вас. Посмотрите, как великолепно выполнен этот секатор. Удобная ручка, которая помогает легко, точно привить. Всегда идеальное будет совпадение у вас. И лезвие сделано из высокоуглеродистой стали с антистик покрытием. Ручка из нейлона и фабергласса. Второе. Это лента прививочная садовая, которая представляет собой незаменимый инструмент для садоводов и любителей растений. Она как раз предназначена для разведения и гарантированного роста новых садовых и сильных плодовых культур в вашем саду. Лента для прививки деревьев и растений изготовлена из стрейч-пленки, что делает ее экологически чистой и простой в использовании. Благодаря фоторазрушаемой пленке прививка растений становится еще более эффективной. Многофункциональная пленка для прививки обладает высокой прочностью, невероятной эластичностью, что позволяет плотно прилегать к стволу дерева и отлично растягиваться вместе с растущими ветками. Лента прививочная садовая имеет прозрачную пористую структуру, которая легко позволяет следить за тем, насколько удачно приживается черенок. Это обеспечивает свободный доступ кислорода к коре, предотвращает застой влаги и обеспечивает дыхание коры. В комплекте имеется 200 метров ленты, что позволяет провести не одну сотню удачных прививок. Прозрачная и пористая структура ленты позволяет следить за процессами прививки и обеспечивает свободный доступ кислорода к коре. Третье – это корс-щетка триммерная, изготовлена из витой стальной проволоки. Предназначен для очистки швов тротуарной плитки от травы, порослей и мха. Максимальная скорость вращения 10 000 оборотов в минуту. Во время работы обязательно использование средств защиты. Великолепно справляется со своей работой. Быстро делает ваш участок привлекательным, без особых физических затрат для вас. Освобождает много времени. Применяется для очистки кирпичных стен и остатков раствора от грязи, мха и ненужных растений в том числе. Устанавливается на любой бензиновый или электрический триммер. Посмотрите, как великолепно работает. Четвертый – это удалитель сорняков, который незаменим в борьбе с нежелательными растениями на вашем участке. С его помощью вы можете легко и быстро удалять любые сорняки без необходимости копать, нагинаться или использовать химикаты. Глубоко проникающие зубцы инструмента захватывают корень со всех сторон и удаляют сорняк. Это позволяет сохранить чистоту и порядок на вашем участке, а также экономит время и силы. Удалитель сорняков подходит для удаления любых сорняков, что делает его незаменимым инструментом для любого садовода. Эргономичный дизайн ручки обеспечивает комфортное и надежное удержание инструмента в руке. Алюминиевая рукоятка и зубцы из нержавеющей стали гарантируют долговечность и надежность инструмента. Общая длина удалителя сорняков составляет 99 см,
Ширина рабочей части 32 сантиметра, а вес меньше 1,5 килограмм. Инструмент удобный, легкий в использовании и позволяет его легко хранить в любом месте. Когда вы купите удалитель сорняков, вы получите надежного помощника и удобный инструмент для быстрого и эффективного удаления сорняков на вашем участке. Перед вами форма для изготовления садовых дорожек 50 на 50 на 6. В комплекте 2 штуки. Эта форма предназначена для самостоятельного изготовления садовых дорожек методом отлива их из бетона. При помощи формы для плитки тротуарной можно получить оригинальный вариант тропинки, а если взять бетонную смесь, добавить краситель, то получится тротуар нужного вам оттенка. При выполнении работ удобно использовать именно две формы, как в этом комплекте, что одномоментно позволяет замешивать большее количество бетона, пока застывает первая форма для плитки. Перед применением рекомендуется смазать формы для плитки маслом, чтобы бетонная смесь не прилипала к форме. На форме для брусчатки ребра только формируют рисунок, но не разделяют плитку на несколько отдельных камней, и при использовании получается единая монолитная плита. Форму для отлива дорожек можно использовать многократно. Заливку бетона нужно производить на подготовленную утрамбованную подушку из песка и щебня высотой 3, 5, 7 сантиметров. Убирать формы для брусчатки можно через 20-30 минут после заливки бетона. Я, например, взял для себя 2 комплекта, и у меня сейчас 4 формы. Я спокойно делаю по 4 заливки сразу и не тороплюсь. Друзья мои, ставьте лайки, подписывайтесь. До следующих встреч!